родилась. Я пятое поколение тут живу. Вам не страшно? Страшно. А что делать? Бомбят день и ночь. Наши братья украинские, так называемые. Слышите? Вот так вот день и ночь. А Азов, говорят, вот еще засел. Засел, сказали, там вот как раз, где мы живем, у подруги, не знаю, сегодня выбьют их, не выбьют там. Сегодня 6 утра начали. И там страшно, и не знаем, куда идти. Все. Тупик. Нас бросили, этот уехал, чмо наше, мэр, первый же день. Войченко. Все, бросили город на произвол. Никому мы не нужны. Ну, гуманитарку оказывают же. Гуманитарку да, помощь. Да, да, нет, нет. За это я ничего не говорю. Оказывают. Ну что, воду ждем с самого утра.